Но, правда, при этом впервые это вот за этот отрезок вот еще и пятый гол под конец. Дастин Бойд отправляет шайбу в ворота Яниса Кампуса. Ой, и драка. Ну вот, видите, те, кто ушел, зря это сделали. Тут еще гол и драка у нас за 5 секунд до конца матча. К радости болельщиц из Казахстана. Никлас Йенсен и кто там? И Ате Охтома. Вот. Приехал человек, называется, домой. Чтобы ему тут лицо разбили. Ну, Йенсен, да, видите, тут он, кажется, задирал Охтома. Ну, тут, в конце концов, развернулся, ответил. Это уже, когда гол был забит, но... Отметим так действие лайнсмена и его вот, футбольные навыки. Очень так элегантно шлем внутренней стороной стопы отбросил. Ну, а это гол Дастина Бойда. Пятая шайба в ворота Йокерита. Поражение с разницей в 4 шайбы. Йокерит, наверное, не заслуживал сегодня. Но вот, видите, так сложились обстоятельства. Дастин Бойд, тут Калнинш ничего не сумел поделать с этим.